Нумерологический прогноз на февраль 2015 года. Этот месяц рекомендует настоятельно погрузиться в глубины своего внутреннего мира, сделать там ремонт и перестановки для того, чтобы с новыми силами встретить новую жизнь. Единицы. У вас, возможно, возникнет напряжение, придется брать ответственность на себя в каких-то важных делах. Также придется развязывать какие-то отношения или же решать денежные проблемы. Двойки. Вы уже заканчиваете какой-то цикл и старое оставляете позади. Теперь вам предстоит решить, куда двигаться дальше и как менять свою жизнь. Возможно, стагнация, застой в каких-то важных вопросах, которые развяжутся сами по себе. Тройки. У вас подъем, познание чего-то нового, открытие новых дверей и расширение своих жизненных территорий. Многое будет впервые. Какие-то ситуации будут трудны из-за того, что они неизвестны. Но зато вы получите шанс реализовать то, что планировали, и расчистить путь для новых достижений. Четверки. Жизнь заставит вас поработать над мелочами, поэтому не сетуйте на то, что на вас может навалиться много работы и переваривание мелочей. Обратите внимание на мелочи в отношениях, они будут играть большую роль. Пятерки. Много в вашей жизни произойдет неожиданно нового. Но все для того, чтобы поменять ваше мышление и дать вам новый шанс стать здоровым и счастливым. Открывайтесь на изменения, смотрите на мир новыми глазами. То, что вам казалось странным, может стать нормой. Шестерки. В вашей жизни также могут наступить изменения, но их можно было ожидать раньше. Если вы замечали знаки судьбы, то значит это не будет для вас неожиданностью. Правда, придется с чем-то расстаться, с людьми или воспоминаниями. Хотя вы будете делать это с трудом и без особого желания, но жизнь диктует свое. Семерки. Ясная и понятная стабильность должна войти в вашу жизнь. Ангелы хранят вас перед изменениями и им противопоставляют привычные. Старайтесь во всем проявлять сдержанность, тогда останетесь в выигрыше. Правда, жизнь будет заставлять рисковать, но все у вас получится так, как хотелось. Восьмерки. Вам надо поработать над внутренними конфликтами, которые могут неожиданно проявить себя в вашей жизни. Будьте внимательны, не искушайте судьбу, все проблемы решайте постепенно, не старайтесь обогнать время. Девятки. Меняйте себя, вам необходимо поработать над своими страхами и переживаниями. Открывайтесь на чистоту мыслей, сейчас вас могут настичь перемены, которые не зависят от вашей воли.